У нас большущие модели, ростом целых 100 сантиметров. Для вот этой замечательной модельки мы взяли бомбер ростом 104. Немножечко рукавчики у нас длинноватые, но на вырост как раз будет изумительно. Матюшенька, повернись. Брючки еще у нас не подошли в шортиках. Ну ничего, вот так, покрутись. Но с водолазочкой очень красиво смотрится бомбер на кнопочках с карманчиками. Красивый, Матюша, бомбер. Вышивку давайте посмотрим. На водолазочке вышивка в виде совы. И на бомбере очень красивая вышивка тоже. Вот такая вот. Либонок. Дима. Матвейка. Помаши ручкой. Привет всем скажи. Маши, пока-пока. А теперь у нас две модельки. Одна ростом 104 сантиметра, другая 158. И серые водолазочки. Вот так вот оно смотрится и на маленьком, и на большой модельке. Бомбер для мальчика. Рукава темно-серые, меланж. Очень красивая вышивка с гербом школьным. Такая же серенькая водолазочка. Карманчики на бомбере. Кнопки надежные. Мы относили год, у нас ничего нигде не случилось. Не отлетела ни кнопочка, ни одна, шовчики. Не скатывается абсолютно, не теряет форму свою, не теряет цвета. Носятся достойно, долго. Очень удобные, комфортные. Самое главное, чистый хлопок. И еще одна моделька. Погодите. Вот такая вот трикотажная футболочка. Синего цвета, приятного очень. По горлышку такая вот вышивка есть. Нам, конечно, по горлышку застежка вот такая вот, чтобы маленьким деткам удобно было одевать. Нам, конечно, она маленечко великовата. Рукавчики пришлось завернуть и большевато. Но я думаю, что весной, конечно, будет хорошо. Мы все равно решили оставить, потому что очень мягкая к телу, очень приятная. Такая вот замечательная толстовочка. По низу резиночка. Рукавчики на резиночке, вот так вот, застежечки, и она внутри такая мягкая, классная. Вот такая вот замечательная вещица.